Всем привет! Сегодня мы будем распаковывать необыкновенную посылочку, и она необыкновенная, потому что, как вы еще помните, она не из Китая, а из Германии. И как сразу бросается в глаза, здесь таможня немножко перестаралась и повредила немножко нашу упаковку. Надеюсь, что она не повредила наш товар. Давайте посмотрим, что к нам приехало. И это у нас какое-то колесо. Ты купил в магазине колесо. Я его приню. Сейчас, Кинанчик, подожди. Красивая. Она красивая. Колесо. Колесо. Два колеса. Одно тебе, другое мне. Итак, как мы видим здесь, это зимнее велосипедное шипованное колесо производства Schwalbe, а конкретнее Schwalbe Active Winter. С антипроколотым слоем и плюс еще светоотражающая лента. Что немаловажно при езде зимой. Шипы в этом колесе располагаются в два ряда. Есть еще другая модель в 4 ряда, но я думаю, столько мне не надо, потому что я зимой на бок сильно не заваливаюсь. Тем более, что он будет стоять на городском велосипеде, а не на каком-нибудь гревле, шоссейнике или там туринге и так далее. Давайте теперь поставим и посмотрим, как это колесо будет себя вести на гололеде. 1 января. 5 утра, на улице никого нет, что же делать велосипедисту? Конечно же, проверить свои новые колеса. Хотя нет, пока тепло. Надо дожидаться морозов. 2 января, ночью немножко подморозило, минус 4, минус 5, так что в принципе можно ехать. Итак, проверяем работу колес по прямой. Погнали! Итак, любой опытный велосипедист при виде такой блестящей полоски на дороге зимой, он ее объезжает второй и третьей дорогой. Но я же не опытный велосипедист, я же катаю в шлеме, поэтому буду сегодня штурмовать вот такие вот обледенелые полоски. Неплохо. Упс, а здесь немножко провалилось. А здесь даже двумя колесами провалился. Но едет велосипед на этих шинах как танк, невзирая на лед. Неплохо. А теперь проверяем в поворотах. Отлично держится. А теперь поедем немножко быстро по замерзшему асфальту. И затормозим немного, блокируя переднее колесо, кстати. Чудо, конечно, не случится и не перевернетесь лицом в асфальт, потому что как-никак это лед, но по крайней мере мы не упали. Итак, как понятно, данная резина для городского велосипеда просто необходимый вариант зимой. Если у вас циклокросс, гревел или шоссейник, и вы вдруг захотите ездить по обледенелой дороге зимой, то лучше присмотреться к более шипованному варианту данной резины, а это Schwalbe Marathon Winter Plus, так как там на два ряда больше шипов.
и именно за счет боковых сторон. То есть, в принципе, заваливаться более безопасно, чем на этой резине. А если у вас МТБ, то лучше всего подойдет Schwalbe iSpiker Pro Performance Winter MTB. Достаточно посмотреть на эту резину для того, чтобы понять, почему этот вариант наилучший. Вот такие дела. Так что ставьте шипованную резину, одевайтесь правильно и катайтесь зимой. Это абсолютно безопасно. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, посмотрите другие видео в канале. Всем огромное-огромное удачи и пока!